Отвечаю фанатам Домера. Опа, тихо. Прекрасно понимать, что даже если была реально какая-то причина, о которой я не знаю, но вы должны понимать, что это стрёмный поступок взять и просто снять меня и сразу же забанить. Ну то есть, не поговорить, ничего. Мастай, у меня были мысли о том, что снятие игра в казино. Но 2 недели я сам отбросил эту тему с канала. Я сам ее закрыл. То есть, ну... Бля, это так смешно. Давайте, ребят, это... Давайте я сейчас поставлю быстренько. Я хочу сбор просто единый сделать за текущий стрим. Сбор? Блять! Отвечаю фанатам Домера. Ребята, давайте вы донатик. На канале дают... денежки даем. Ребята, даем денежки, я друзей предал. Ребят, дайте денежек, я друзей предал. Я друзей кинул. Ну, они меня первые кинули, они просто вообще за что-то кинули, я не стал разбираться и просто, ну, их кинул нахуй. Снял разоблачение, ребята. Денежки дайте. Всем привет, ребятки, с вами я. Сука. Пиздец. Не, реки, конечно, у него восхитительные. Не игнорируй Нелла. Читает комментарии. Труда подсос. Смотри, а реально, походу, удаляют. Давайте, слышите, может... Чё? Давайте посмотрим, чё... ТГ, наверное? А, ну в ТГ, может быть, да. Почему Домер стоп донатил? У него минималка 200 рублей, реально? Человек донатил. Алекс Сол. Реально? Ебать, реально 200 рублей. Это охуеть. Этот человек у меня как бы сейчас уже... 200 рублей минималка. Вот он. Может мне тоже начать подсасывать Домеру, я вот хз. И разоблачение потом сниму, еще что-нибудь. Где они тебя били? А, ну то есть я должен был вставить в ролик момент, где меня бьют. Да. И ролик снесли сразу же. Ты можешь заблюрить. Ты можешь заблюрить. Если тебя били, мужик. Я бы такое просто-напросто не смог вставить. Покажи это на стриме сейчас. Скинь в телеграм-канал. Туда же не видно то, что... Блять, что с ними так? Вот, сегодня день рождения. О, да? Купить второй постел. Как думаешь покупать? Удачного стрима. Второй постел? Лучше скачай его. Я больше за пиратство в этом плане. Ой, точнее, ну ты понял, короче говоря. Ну, второй постел прикольный, но покупать я бы не стал. Если, конечно, ты не хочешь поиграть в онлайне с другом. Если, кстати, реально можешь с другом купить по постелу и поставить мод на кооп и пройти вместе. Это охуенный план. С ребятами. Они просто ходят вокруг, бьют меня. И с днем рождения еще раз. Кастрюлю под моими ушами. Также хотелось бы сказать, что Домеру глубоко все равно на друзей. Он постоянно, когда мы сидим в Дискорде, просто сидит и поет. Но расстаться нам с тобой. И вылетит, что он скажет. Серый. Путевка. И вагон плацкартный меня нёс. Алло! В новую каховку. Бля, охуенно поёт. Можешь звезду-то выдать, нет? Спроси у чата, что зачало справа. Это уже раздражает. Я не знаю, вообще похуй. Если мы сидим с кем-то еще, он продолжает петь. Какой-то кудрявенький, прикольненький. С кем мы, в какой мы ситуации. Ебать, ты поставил нахуй палец осторожнее, это Гитлер. Что мы делаем, а на просьбу перестать, он... Просто игнорит. Кстати, а вы замечали, что вокруг Домера только одни подсосы, которые постоянно ему поддакивают и хотят залутать как можно больше просмотров? Я думаю, мы не... Говорит Нел, который... Мне кажется, что Нел очень сильно ставит людей выше самого себя. По законам, если человек ставит выше всех других людей... то у него все обрушается в один момент. Так карма, карма, речь, ребята. Речь хотя бы поставь, чтобы мне что-то объяснять. Я, кстати, тоже нихуя не понял, что он сказал. Вы их всех... Я вообще не понял, что он имел в виду. Если вы не знали, то Домер тиран. Знали бы вы, как он любит грубо пообщаться с друзьями, поприказывать им, грубо говорить... Привет. Если ролики снимать не будешь, тебе придется сюте снял. Понял, сейчас что-то придумаю. Вот просто прочитайте сейчас. Привет, если ролики снимать не будешь, тебе придется сюте снять. И послушайте, как это прочитал он.
Ну я просто не понимаю, как можно слушать человека, который пытается что-то... Пытается. Ладно, ладно, здесь он его роет. Пытается мне что-то сказать конструктивное, но он даже прочитать не может элементарно. Ну он здесь его роет, вообще без шансов каких-либо. Тебе придется сьюте снял. Тебе придется сьюте снял. Прикольно ты придумал. Не, сейчас что-то... Типа у них конфликт, это смешно. Реакция на клип Домера 5 дней назад. А что ты на канал заходишь? Я был красным ютубером, у которого нету нормы. Красный ютубер коммунист, типа лично. У меня нету нормы, как у простых ютуберов. Это абсолютно так же все сказано в разоблачении. Но он, видимо, до этого момента еще просто не дошел. Чат, прожмите, пожалуйста, по одному лайку, реально. Жмякните по лайку, продвиньте стрим, пожалуйста. Также подпишитесь в чате у нас там. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы продвинуть стрим. Ребята, пожалуйста, быстрее, ребята. Да, ёбаный в рот. С там следить вместе. Нажимайте лайк, ребята. Тат. Быстрее, нажимаем лайк, все вместе. Дома. Один месяц назад возвращаюсь, где я пропадал. Поставим большой красный назад. Лайк. Ну что ты на это смотришь-то? И все ролики, один ролик выходил по месяцам. И чё? Я красный ютубер, я тебе повторюсь. У меня нету норм. Нахуя вообще быть этим красным ютубером, если можешь делать что-то свое? Он же сам говорит, что мне нравится. Нихуя Майнкрафт. Я тебя, естественно, спалил. Да, я его спалил на том, как он дюпает вещи. Как у него полный сундук КБ пятых лежит. Ля, мне так обидно, что чел как бы вот просто вообще не ебет. Перед ним чел говорит: алло, сука. Он меня заставляет... А, его сняли. Вот сейчас будет. Сняли, подожди, я паузу поставлю, это же стрим. На ютубе так можно делать. Перед ним чел сидит, говорит: мне заставляют делать то или иное на серваке. Там прям угрожают тем временем. Привет, если ролики снимать не будешь, тебя придется с ютубки снять. Просто скажи, что это не похоже на какую-то угрозу. Это факт. Ты не снимаешь, тебя убирают. Все. Нахуя там вообще снимают люди? Я вот этого не понимаю. Это вопрос к людям, которые там снимают. Нахуя вообще это делаете? Делайте свой контент. Нахера вы привязываете его к какому-то другому ютуберу? Это вообще бред. Потому что к нему... Кто такой красный ютубер? Коммунист, как я понял? Ну. Давайте так, это, конечно, не та информация, которую желательно говорить, но я вам открою правду. Его сняли с ютуберки, у него было предупреждение уже за то, что он берет и дюпает ресы. И я, зайдя на сервер, залез в его сундук, увидел полный сундук КБ-5. Естественно, я это написал про это. Себя выше всех, получил, если бы это было полбеды. Но Домер обс... И, как бы, давайте рассуждать логически. Он знает, за что он слетел, а я не знаю, за что я слетел. Абсолютно не воспринимает. Ну да. Я вам повторюсь, даже если... Так ты, блин, затуанясил разоблачение своих друзей, лол. То это крысиный поступок снимать меня и сразу кидать в ЧС, ничего не объяснить. Подожди, после а того, снимать разоблачение на друзей, это не крысиный поступок, и по твоему мнению? Менее популярный. Или ты издеваешься, мужик? Богатый. Он не относится к таким людям с должным уважением. Домер переживает о сервере. Домер его... Ты издеваешься? Сервер. Он преследует лишь одну цель — выкачивать больше денег. Алло. С игроков. И неважно, какими способами. Давайте в пример... Извини, я крысы, это они и крысы. С донатом... Что за хуета? Драгона. Но на деле выпадает лишь один император. Ну, пожалуйста, не император, хотя бы... А, кстати, вот четвертая вещь с процентами, я забыл сказать, да-да. Слушайте, я вам... Четвертая сомнительная история. Давайте то, посмотрим. Что Драгон тут не падает, а максимальный донат — это император. Покажите мне хоть одного... А что за император? Человека, который выбил Драгон. Что вообще они делают? Какие-то валюты на серваке? Найдете, Этот Real World, Rime Worlds, и как он там называется? Это же, по сути, местный СП? Или что это вообще такое? Специально все подстроил так, что максимум выпадает император. И самое главное... А, это Гриф Сервак? Напишите в комментариях, видели ли... Гриф Сервак, блять, кто будет вообще играть на Гриф Серваке, кроме школьников? Вот. Знаете, что хочу приметить? Очень странная тема появилась. Вам не кажется ли, что после моего ролика слишком много людей начало писать, что Драгон выпадает? Я не удивлюсь, честно, я вам скажу так. Я не удивлюсь, если после моего ролика они добавили хоть какой-то шанс на Драгона. Нихуя себе! То есть ты сидишь такой?
Там, короче, ничего не выпадает. Но если после моего ролика выпадет, то получается, это они сделали только из-за моего видоса. Нихуя себе, мужик. Нихуя себе. Так это про что угодно можно делать. Человека, который и вправду получил. То есть, окей, хорошо, я сейчас буду гением в политике. Если что, ребята, ядерное оружие, вот имя, название страны, не используют вот по этой причине. Но если после моего ролика используют ядерное оружие, то значит, что они испугались и использовали. Бля, ебать, у тебя на самом деле аргументы просто потрясающие. Чего, Драгна? Лично я, когда был ютубером на проекте, я реально видел, кто получал Драгна, который выбивал. За 3 года ни разу не видел. Не всякий. Хотя нахожусь на сервере каждый там день. Там ни ютуберы, ни я там выбивал Драгна, а реально выбивали те люди, которым просто повезло. Так кому верить? Человеку без пруфов или человеку без пруфов? Дайте подумать. 2 человека без пруфов говорят абсолютно разные вещи. Интересно, кому мне поверить? Человеку без пруфов или человеку без пруфов? Блядь, даже не знаю, ребята. Хотел приметить, даже тот же император выпадает с минимальным шансом. Давайте прямо сейчас мы с вами вернемся к тому, что Домеру абсолютно плевать на Майнкрафт. И это очень легко доказать. Давайте сравним его время в Майнкрафте по роликам и сколько времени он проводит в других играх. Ну а чтобы это доказать, многого не надо. Просто заходим в Steam к Домеру и видим. За 2 недели... Он опять задыхается, если что. Неделю у него наиграно 45 с половиной часов. Вы только вдумайтесь в эти цифры. Как меня это раздражает, честное слово. Бля, подожди, не там уебало. Долбоёб. Да даже у меня, с тем, что я каждый день стримлю, 13 часов. Ну вот реально выглядит именно так, как будто макака просто. Реально он перестанет задыхаться. Латаку, спасибо огромное. Спасибо огромное за 200 рублей. Ну это пиздец. Спасибо. Чат. Вот с ним все хорошо. Человек. Выпните его кто-то, ради бога. Потому что он каждый стрим остается батей. Вот есть те, кто на каждого? То есть Сереге просто играть в Майнкрафт, а в другие игры ему нельзя. Вот опять же, к чему вообще ты придираешься? Речь идет за то, что он говорит, что он... Тебе, кстати, тоже к чему ты вообще придираешься? Потому что ему это нравится. Речь не в том, что ему нельзя играть. Брать ни в доту, ни в КС, там, ни в КЛ. Так нахуй я это вставил? Ну это нельзя, потому что... Я просто вот на этом этапе клоунчества потерял вообще нить. А, Домер оказывается в Call of Duty играет? Игры, то значит ему посрать на Майнкрафт. Оп! И давайте зайдем на канал к Домеру. За 2 недели у него... Так что ты молчишь, алё? Ну скажи! 4 ролика. Клип мы не будем считать. В среднем возьмем на съемку. А, ну ладно, просто проигнорируешь. Часа. И получается, что Домеру совсем не интересен Майнкрафт. Бля, это вообще охуенно. Тебе сели, сказали тейк на твой аргумент. Единственное, что ты выдал. Меня так бесит, он дышит. И дальше сидишь молчишь. Охуеть. А тем более снимать... Знаете, да, я скажу вам так. Я вам скажу так. Есть ролики, которые действительно долго снимаются, и это... подтвердят некоторые его подписчики. Но я брал, исходя из вот этих вот роликов, как минимум. Все... О чем говоришь, что приебался к хуйне? Но все ютуберы поменялись скинами. Долго снимать? Нет. Захожу на самые худшие сервера в Майнкрафт, долго снимать? Нет. Спалю стример с читами на моем сервере в Майнкрафт, долго снимать? Нет. Реакции ютуберов собрать долго? Нет. Снимать ролики для вас. Ему интересен только... При том, что тут он даже не снимал. Вот этот вот ролик, он даже не снимал. Я, относительно реально не снимал. Ему этот ролик полностью сделали другие люди. Заработок на этом. Вот, Зари, правильно, правильно. Ему важны только деньги. Знаете, что меня всегда повергало? О, это он меня типа поддержал по итогу? Интересен Майнкрафт, а тем более снимать ролики для вас. Ему интересен только заработок на этом. Ему...
важны только деньги. Не, вообще здесь он говорит правильную вещь. Ну, типа, есть чуваки, которые просто уже снимают на инерции контент, которые просто приносят им заработок. Им же поздно менять направление своего контента. И они остаются на том, что есть. Ну, есть такие чуваки, да. Ну, и чё? Контент стал от этого хуже? Да нет. Просто он уже как актер просто играет. Знаете, это он меня, типа, сейчас поддержал? После того, что я сказал, ему нужны только деньги. Так, блядь, мужик, ты сам сейчас сидишь, говоришь. Бля, ребята, у меня сверху батя стрима, пожалуйста, побейте его кто-нибудь. Ребята, у меня 200 рублей. Спасибо большое за донат. Ребята, донатите, ставьте... Блядь, мужик, ты точно такой же, нахуй. Ты ему Нет, понимаешь, по сути, ты говоришь правильно. Но просто есть такая тема, что когда ты предъявляешь за это, то надо, чтобы тебя эта хуйня, это же не касалось. То есть, ну, не было такого, что ты стреляешь чувака, а тебе еще рикошетят в ебальник. Вот и все. Не, может, я что-то не понимаю? Или он так резко тапочки переобул? Знаете, что меня всегда повергало в шок? Благо, меня это не касалось, я был красным ютубером. Но знаете ли вы, как... Он твой подсос, походу. ...относится к ютуберам на Really World? Если нет, то прямо сейчас я вам все расскажу. У ютуберов есть определенная норма роликов. И как бы... Напомню, что слушать я его изначально не хотел. Потому что этот человек слетел... Сколько раз он получал... Да даже вот, допустим, реально, давайте возьмем ситуацию с ютуберами. Допустим, вот с Тишкой недавней. У Тишки произошла проблема, кто разбирался? Нел. Этот же человек слетал уже не один раз с ютуберки. По итогам, насколько я знаю, сейчас он... Вы скажете, что это нормально. Кто это? Сам ливнул из-за того, что у него там с администрацией что-то. Везде есть. И правильно сделал. На любом сервере. Но знаете ли вы, что на Really World, если ютубер не выложил... Не ебу, вообще куда-либо, ну, красава. Он получает... А, срайм ворлд вот этого, да? И Домеру абсолютно плевать, из-за чего этот человек не выложил ролик. Домер просто душит ютубер. На это определенный человек. На это определенный человек, но... Кто главный? Главный Домер. Через кого идет все обсуждение? Через Домера. Который следит за составом ютубера. Также есть человек, который следит за составом администрации. И за составом администрации абсолютно так же. Все равно главное решение остается за кем? За Домером. Это не так да? Немного работает. Блять, ты же понимаешь, что человек ёбнется, если будет за всем этим следить. При этом не всегда бывает такое, что у человека есть характерные качества для управления таким огромным количеством людей. Вероятнее всего ставится один большой человек, а у Домера уже приходит что-то по типу подтверждения. Это как в политике, знаешь. Президент как бы подписывает документы, говорит да, да, нет, нет, нет. Но решают на самом-то деле, там уже получается Дума. Ну, по крайней мере, в некоторых странах. Вот. Не брать, если, допустим, даже если брать Сани Луна, все равно в любом случае мнение упадет на Домера, если это какое-то важное мнение. Андрей Честер, спасибо огромное за 200 рублей. То есть ему, по сути, могут прийти и сказать, вот, чувак, вот это хуйня полная, ты согласен? Он скажет, ну да, я согласен, ну и все. Ролик, вышедший сутки назад, это правда? Все верно. Можно ссылку верно. На твой телеграм-канал. Она закреплена в чате, мужик. Она вот, смотри. Смотри. Кстати, мы еще в трендах или нет, мне интересно. Бля, чувак. Мне просто не нравится то, что действительно чел, по сути, скрысяничал на своих же друзей, которых он называл друзьями. Вылил всякую хуету. И он такой, ребята, интересно, мы в трендах? Ребята, вы денежку закиньте. Сука, мне было бы стыдно, если был бы на его месте. То есть, да, я понимаю, что им движет, я понимаю то, что... Ну, это, во-первых, это, ну, это самострел, во-первых. А во-вторых, это просто мерзко. Всё, Доль. Да, мы до сих пор с вами в трендах. Смотри. Чат, подпишитесь, кстати, все реально, кому не жалко. Смотри. Кто хочет следить за этой ситуацией. Вот, в чате, вот, у вас сверху закреплена ссылочка. Вон там. Вон там. Красава, мужик, ты в трендах. Подпишитесь, пожалуйста, если вам не сложно. И подпишитесь, я да, ребят. Благодарю. Подпишись на телеграм-канал. Нел, ты заметил, что когда ты сказал, что он не проверяет софтов, ибо для него это выгодно, и он сразу сегодня выпустил ролик, где он затроллил софтов, точка, ха-ха-ха. Подожди, я создал фейковый чит, чтобы затроллить читеров в Майнкрафт. А вы реально, вы это заметили? Я даже не обратил на это внимания!
Я даже не обратил на это внимания, мужик! Вот это он сейчас, Дарий, спасибо огромное! Вы слышали, что Дарий сейчас приметил очень важное? Дарий написал. Короче, помните, он говорил то, что, ребята, Домеру похуй на софты, потому что он ролики не снимает. И он сейчас выложил видеоролик, вероятнее всего, чтобы потроллить этого кента, потому что такой контент делается супер просто. И он такой, видели, ребята, я разъебал его. Сука, ты, он вообще, бля, это пиздец, нет, я все, я не могу.